Бля, вот я чихнул, а. Да вообще жестко, блядь. Дай ту пятишку нахуй, если я греваться поставлю. Валю. Замерз вот такой вот. Хуя. Сейчас я попробую, блядь, выгнать ебаную хвозду, блядь, заед чуть-чуть на горку. Надо, короче, правый край. Да я вообще морду вот так заберу сейчас, вот на горку заеду, блядь. Подниму и буду, блядь, подавать. Ну. Заодно ведется видеорепортаж. Рации, может, возьмете, гоб не будет, чем орать. Все равно все вместе. Антон. Рацию, говорю, может, возьмете? Ну вот, карман, сумму, все, это все. Нагрузка. Да. Ну как раз дырка для антенки есть. День сурка, та же опора, продолжение. Восхождение на Олимп. Гаврила уже летает. Чпок-чпок. Перецепился, дальше попер бодер.
зонтовка на подходе. Ничего не подошло. Сейчас будем вот эту вот гнутую. Не гнут. Ну да, сейчас на 2 метра ниже будем ставить новую. На 2 метра. Совет Сергея Князькина. Мы пойдем дальше оснащать опору. Не будем сегодня тянуть. Получится за сегодня-завтра дадут ГТС. Когда уже ей будут тянуть. Сегодня займемся чисто оснасткой арматуры. Так, а мы сейчас попробуем выгнать воздух, долить антифриз. Идем сюда. Каждый раз УАЗик у нас занимает маленько времени. Санек, ты сзади? Мне чуть-чуть назад можно там сдать, нет? Сколько метров? Мне разогнаться надо, чтобы на горку вот так встать чуть-чуть. Почти добрался. Гурил почти добрался. Mm-hmm.
Гаврил, ты забрался? Попробуй Wi-Fi включить. Чтоб связь была. Обустроишься как там? Все нарушилось. Оп. Оп, оп, че там? Оп. Оп. Где? Что случилось? Опчила. Опчила. Что такое? Ловка. Что там, Санек, долго не будет? Что? Лазить. Кто будет лазить дом? Санек сзади. Он там делает, это собирает. Как мне воздух загонять? А? Как мне воздух загонять, на горку заезжать? А, сейчас сам дома. Сержу там. Серега помогает.
Ну, что,
Блять, я тут хотел с тобой поговорить. Да ладно. Ну да, он хотел, он летел, куда едет, я говорю, блядь, летел, ну давай. Валера, привет, Анал. Как дела? Тихонько. Тихонько. Че, можно вперед двинуть? Ну, да, да, можно, да. Санек не внутри? Не, он возле стоит сзади. Ну он, в принципе, готов уже. Через, да, Шур? Через две минутки прям. Сейчас прям две минуты. Идут ребятишки к опоре, к опоре. Гавриил крутит крепеж.
говорил. Он же Игорь. Он же монтажник. Ну, вот сегодня гораздо шустрее все. Гораздо. Сегодня заместо 20 минут, сегодня теплее 21 градус, не 25. Сегодня он забрался за 7 минут. И сейчас минут за 20-30 получается закручивает крепеж. Провод решили оставить так пока. Это промежуточная опора. Поедем дальше оснащать опору. Тянуть будем танкерные и данкерные опоры. Такое решение. Мы все вместе приняли. Величиной солярис. Непонятно как-то. Как-то непонятно, как-то непонятно. Где-то тут ребятишки.